դուք դիտում եք հեռանկար։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Ալեքսանդր, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ։ Ալեքսանդր, մենք կարող ենք ասել արդյոք, որ երկրորդ, ուրեմն, իր չափով երկրորդ խմբակցության ղեկավարի եւ առաջին իր չափով խմբակցության անդիմադիր խմբակցության ղեկավարի հետապնդմամբ մենք ունենք քաղաքական ճգնաժամի նման մի բան։ Ну, конечно, это кризис, да, как это еще называть, если руководитель второй партии в парламенте лишается неприкосновенности и, ну, судя по всему, арестовывается, это члены его партии его поддерживают, то есть у этого есть политический контекст, то это кризис, да. Мы банка вора асвуме ишханутян хасейн. Ете Սարոյանը այդպիսի անձնավորություն է, եթե նա հարկեր չի մուծում կամ չի գիտեմ ընտրակաշարք է բաժանում, դուք չգիտեիք դրա մասին, ինչու էիք նրա հետ կնքում, ուրեմն, քաղաքական դաշին, թե քաղաքականության մեջ ամեն ինչ պատահում է։ Я к разговору о том, что это просто случайное совпадение и случилось именно сейчас, что проблемы, которые есть в налоговой или какой-либо другой сфере, связанные с Царукяном, они возникли по случайному совпадению вот именно сейчас, а не два месяца назад, три месяца назад, год назад или через несколько месяцев. И с другой стороны, что такими проблемами в налоговой сфере, опять же, в какой-либо другой обладает он и не обладает никто другой из так называемых крупных бизнесменов. Вот к такой логике я отношусь с юмором. Это, конечно же, политическое. Ну, понимаете, это просто не может не иметь в себе огромную политическую составляющую. Ну, давайте посмотрим на то, как это было вчера в парламенте. Не голосовали вообще представители всех фракций, кроме моего шага. Фракция «Мой шаг» была отмобилизована целиком и полностью. Не очень просто всех людей привезти в парламент, и чтобы все они голосовали единогласно, и все голосовали единогласно именно таким образом, кроме одного депутата, и мы знаем почему, догадываемся, почему он там не был. И кроме этого, до этого были перестановки в силовых структурах, которые очевидным образом следует предположить связано с тем, что происходит, со всеми этими обысками и так далее. Представить себе, еще раз я говорю, что все это совпадение мне сложно, и у этого дела, повторюсь, достаточно серьезный политический контекст. Тут, что бы кто ни говорил, он понятен, он виден, он на поверхности. Անդիմության մասին ընդհանրապես, Ալեքսանդր, իշխանության տեսակետը հետևյալն է. ՀՀԿ-ն անդիմություն չի, որովհետև նախկիններ են, իսկ ՀՅԴ-ն, ԲՀԿ-ն եւ Լուսավոր Հայաստանը եւ ասենք Վանեցյանի կուսակցությունը անդիմություն չեն, որովհետև կապված են նախկինների հետ, այսինքն անդիմություն ընդհանրապես չկա։ У нас сейчас восстановилась довольно выпукла политическая система, которая была у республиканцев, точнее при республиканцев, да? В парламенте существует одна политическая сила, правящая, в данном случае это ИМКАЭЛ, который может принимать абсолютно все решения. И эти абсолютно все решения он может принимать, не обращая внимания на другие группы в парламенте. При этом в парламенте и за пределами парламента есть люди, группы людей, которые могут критиковать, могут, ну, скажем так, троллить, могут что-то говорить, да, могут противостоять в дискурсивном поле, то есть разговорами. Но решение принимать, влиять на решение, они не могут никак, у них нет на это возможности. Того показатель вчерашний день. Да, это может делать просто сам один ИМКАЭЛ. Что это означает? Что от смены людей не меняется сразу и быстро политическая культура, не меняется структура. В стране, в которой парламентская система правления, нет развитых политических партий. Вообще нет. ИМКАЭЛ политической партии тоже по-серьезному не являются. А если так, то оппозиция есть, но она слабая.
она разрозненная, она не могущая объединиться, она на сегодняшний день, так как революция произошла сравнительно недавно, она не может даже создаться, она не может стать достаточно серьезным фактором. Поэтому можно вести с ней себя таким образом, можно позволить себе, ну, не вступать с ней в соглашение, а просто попытаться сделать так, чтобы она не могла даже и каким-то образом влиять. Вот тот процесс, который мы видим. Հավանաբար հասկան, որ Սարոյանի կողմնակիցները, այսպես ասած, հոտ զանգվածներ չեն, որ այդքան էլ շատ չեն այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են փողոց դուրս գալ հանուն Սարոյանի. Ну, я думаю, что да, конечно. Вообще люди не выходят на улицу за личность. Если бы даже вместо господина Царукяна был бы какой-то другой человек, проблема же не в человеке. Люди выходят либо из-за какой-то идеи, либо из-за какой-то цели, которую они хотят достичь. У Царукяна, вот, извините за умное слово, но в науке такого рода партия, как Царукяновская, называется клиентелла. То есть люди, которые объединены вокруг Царукяна не по идеологическим соображениям, скажем так. Этих людей не может быть очень много. По определению не может быть. И мы помним, что было. Это же не первый раз, когда партия Царукяна встает в оппозицию, и когда он с его, скажем так, возможностями перестает эти возможности задействовать, партия перестает быть сколько-нибудь значимой политической силой. Это сейчас тоже так. Другое дело, что это ведь задел на будущее. Если ты пытаешься выскрести любой дискурс, который не совпадает с тем, что говорит правящая сила, это постепенно будет приводить примерно к той ситуации, которая была, опять же, раньше, при республиканцев. Я не говорю, что это произойдет скоро, может и происходить долгое время, но в конечном итоге это будет работать на понижение легитимности правящей силы. И тут речь не о Царукяне. Может быть, сила Царукяна, можно предположить, что она будет каким-то образом разбита, нивелирована, ослаблена, я не знаю. Но то, что происходит сейчас, оно повлияет на политическую систему. Дело в том, что табуретка на одной ножке стоит плохо. Она падает. Для того, чтобы табуретка стояла прочно, она должна стоять на четырех ножках. Да, даже на трех она не очень прочная. На двух плохо. Ей нужно много ножек. Опорами политической системы бывают политические партии. В том числе и те, которые не согласны, в том числе и те, которые противостоят. Вот в таком соперничестве, сотрудничестве вырабатывается, в конце концов, такой тип поведения власти, который общество может принимать. А если стоит на одной ножке, то рано или поздно эта ножка становится шаткой, и это показала, в частности, апрельская революция 18-го года. Կան նաև այսպիսի կարծիք, որ կորոնավիրուսի պայմաններում, արտակարգդրության պայմաններում, փաստացի պատերազմի, ասում են, պայմաններում, քաղաքական պայքարը ընդհանրապես չպետք է լինի, քաղաքական պայքարը պետք է սառեցվի, այսպես ասած, ստենդբայ վիճակում լինի, հնարավոր է դա, թե չէ? Это, во-первых, ну, в принципе, в диктаторских системах это, наверное, возможно. То есть запретить политическую борьбу и сказать, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда не должен никто не говорить ничего против, так бывает. Так, правда, не получается даже в диктаторских системах. Там внутри власти образовываются группы, которые чего-то там друг против друга делают. Но представить себе, что в нынешних армянских условиях это возможно, я не могу. Мы все-таки не Туркменистан, и сделать так, что вот у нас сейчас сложно, давайте мы сделаем так, что мы будем единым лагерем. Для того, чтобы быть единым лагерем, нужно вырабатывать какой-то способ поведения вместе, и для этого нужны в том числе оппозиционные голоса.
դուք Թուրքմենստանի օրինակն եք բերում, բայց Ռուսաստանում, Ռուսաստանի քաղաքական համակարգ արդյոք չի կանգնած մի ոտի վրա, կամ ընդհանրապես ոչ մի ոտի վրա կանգնած չի, որովհետև Եդինա Ռասիան կուսակցություն չի, մնացածները ընդհանրապես կուսակցություն չեն, եւ վերջ, եւ այդ երկիրը գոյատևում է արդեն 20 տարի այս կարգավիճակով. Есть в этом большая правда. Россия не самый хороший пример этого, потому что, во-первых, потому что Россия не самый чистый пример. Там, скажем, Туркменистан, мною упомянутый, он гораздо более такой, идеальная модель это называется. Но у России, конечно, в огромной степени это так. И это приводит к проблемам в российской внутриполитической жизни и к проблемам достаточно серьезным. А правда, Россия так может себя вести по одной причине, которая ее очень сильно отличает от Армении. Причина это называется нефть. Потому что в России с бизнесменами заключать соглашение не очень обязательно. Та подпитка, которая, финансовая подпитка, которая идет для власти, она идет из-под земли. Если мы обратим внимание, то мы увидим, что все, практически все нефтяные страны в мире, они похожи по этому признаку. Во всяком случае, на постсоветском пространстве они все похожи по этому признаку. Исключений очень мало. Соответственно, вот в России можно не обращать внимания на то, что сегодня Березовский, завтра Гусинский, послезавтра Ходорковский, послезавтра еще кто-нибудь. Извиняюсь, оговорка по Фрейду. Доллары все равно придут из земли. Тут этой земли нет. Тут этой землей, тут то место, откуда идут деньги в страну, называется бизнесмены, инвестиционный климат, привлекательность страны для инвесторов, налоги, которые берутся с людей, которые занимаются бизнесами и так далее. И бить по этим системам – это опасно. Айсинкан, горцарарнера – կարող են զբաղվել քաղաքականությամբ, թե չեն կարող, եւ իրավունք ունեն, թե չունեն, եւ ոչ միայն Բիրիզովսկի, Գուսինսկի, Խադարկովսկի, ասենք Ջո Բայդենի վրա էլ կարելի է գործարկել, ինչպես գիտեք։ Ну, вы мне задаете вопрос, который имеет подтекст, да, когда задаешь вопросы юристам, они говорят, что нет, конечно, не может. И понятно, как это обходят любые бизнесмены во всем мире. Например, господин Царукян, который бизнесом владеет, но им не управляет. Да, все понимают, но, тем не менее, это юридическая проблема. Я не юрист. И у меня, у представителей социальной науки, есть довольно характерный для представителей моей науки, к сожалению, наверное, да, такой политологический шовинизм. Я думаю, что юриспруденция придумает какое-нибудь обоснование, потому что крупный бизнесмен не может не участвовать в политических решениях. Крупный бизнес, конечно, крупный по масштабам той страны, в которой он находится, он является частью политических решений. Представлять себе, что там Boeing или Lockheed или нефтяные ребята из Техаса, они не влияют на политику, ну, это к юристам, это не ко мне. Влияют они на политику. И бизнес в силу просто своей сути, он будет каким-то образом на политику влиять. Другое дело, это надо пытаться ограничивать, надо пытаться с этим работать, надо пытаться это вводить в законную сферу. В Америке, например, лоббизм – это официальный способ действия, влияния на власть и так далее. У нас не так, у нас система гибридная, система переходная. Это иногда происходит в уродливой форме, да, бизнес иногда влияет на политику напрямую. Это проблема, с этой проблемой надо иметь дело, и с этой проблемой надо работать, и это работа на десятилетия. И я не думаю, что при превращении парламента в то, чем он был вчера, вот когда туда пришли люди, помолчали сколько там, я не знаю, час, а потом проштампелевали, вот это не самый лучший метод для того, чтобы строить политическую систему, в которой бизнес отделяется от политики. Антон Рапес,
իրավական եւ քաղաքական խնդիրների փոխհարաբերության մասին։ Մենք ձեզ հետ ուրեմն կյանքի կես անցկացել ենք սովետական միությունում եւ չենք վստահում սովետական դատարաններին, չենք վստահում սովետական քնչական մարմիններին, միլիցիային եւ այլն։ Այնուհետեւ 91 թվականից մենք էլի չենք վստահում դատական մարմիններին, քնչական մարմիններին եւ նրանց անաչառությանը եւ քաղաքական ուրեմն չներգրավվածությանը։ Նոր Հայաստանում մենք արդեն պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը։ Я не очень понимаю, что такое должны, что такое петки. Я вообще не склонен доверять таким структурам, как суды или парламенты, или партии и прочие всякие там институции. Да, доверять я могу своим друзьям, своим детям, своей жене, там, своим родственникам. Что же касается того, что, что сделать для того, чтобы... Мы воспринимали суды как нечто независимое от политической власти. Мы воспринимали судей как людей, которые не подвергаются прямому давлению со стороны политической власти. Для того, чтобы разделять это, для того, чтобы строить культуру, в которой как можно более возможно было доверять судье и судьям, потому что они не хотят... власти, при каждой новой власти привести не независимый суд, а свой суд. Не тех, которые будут от них не зависеть, а тех, которые будут от них зависеть. Да? Вот это достаточно сложное дело, но это надо делать. И для того, чтобы мы меньше доверяли вот этой субстанции, нужно делать то, что происходило в парламенте вчера. Это прямой показатель того, каким образом используется это дело как инструмент. А вообще-то делать это надо, это очень сложно, это очень долго, это очень муторно. И бывают системы, ну, я человек, наверное, достаточно старый. Я извиняюсь очень, араб, ты тоже. Поэтому я боюсь, что мы до этого вряд ли доживем. Но что Армения может дожить до того, что... граждане Армении будут доверять. То есть они будут думать, что может судья выйти где-то и сказать что-то в своем профессиональном контексте, что не совпадает с тем, что от него требует вот конкретный сегодняшний начальник. И что каждый следующий начальник не будет приводить судью под себя. И что исполнительная власть не будет парламент делать под себя. Ну и так далее. Это очень трудно достичь, потому что людям... во власти элитам, естественно, поступать таким образом. Но это надо строить, и я надеюсь, мы по этому пути будем идти. И, ну, пусть не я, не вы, но дети наши увидят. Верчин Харце, если асатит хаскаца, вот, неркай сандимчан паханджа, андимчан мимаси паханджа, Пашиняни, Рожарагани, Каравараджан, Рожарагани, Масин, да, мотака апагаю, мотака амиснерин, иратесакан че, чиштем хаскацель здесь? Да, вы меня правильно поняли. Я не думаю, что на сегодняшний день у нас есть сколько-нибудь серьезная оппозиция, и я не думаю, что она способна образоваться в ближайшие месяцы. Շնորհակալություն. Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։